от создателя гайдов по Top Strafing. Приветствую тебя, легенда Апекса. С тобой, как всегда, Сумрак. И сегодня я расскажу тебе о совершенно новой механике движения, называемой Punch Boosting. Это движение позволяет ускоренно скатываться, прямо как мой канал, ускоренно скатываться вниз по склону, причем гораздо быстрее, чем если бы ты просто скатывался, зажав Ctrl. Я для подката буду использовать кнопку X. Делается он крайне просто, но есть пара нюансов. Итак, чтобы у тебя получился Punch Boosting, нужно, когда ты катишься вниз, зажав Ctrl, развернуться и ударить в землю. Но не в самый низ, а под некоторым углом, чтобы получить большее ускорение. И так несколько раз. Пробел нажимать не нужно, это только замедлит тебя. Также это движение можно сочетать с тап-стрейфингом, получается довольно крутое комбо. Еще можно и бить стены, чтобы получить небольшое ускорение. Пользы от этого мало, но применение найти можно. Еще я увидел в гайде иностранного ютубера, что Punch Boosting можно использовать на батуте для смены направления полета. Но либо это работает не сильно, либо я что-то не так делаю, но я так и не увидел сильного изменения. Может лишь на небольшой угол направления и меняется. Но как по мне, гораздо проще и лучше тем же тап-стрейфингом развернуться в нужное направление. Это движение я советую использовать всегда, когда вы применяете подкат, даже на небольшой горке, так как это дает действительно сильное ускорение и позволяет уйти от погони, либо наоборот быстрее ввязаться в файт. К этому движению стоит привыкнуть, хотя мне кажется, что его могут убрать, так как это может быть просто багом, так что следим за новостями. Вот такой получился гайд, с тебя лайк и подписка. И кстати, если тебе вдруг, как и мне, нечего смотреть по Апексу на ютубе, то крайне рекомендую мой новый проект с ключевым названием «Мазохист». Удачи!